Bada. Bada. Тихо все. Бода-борода. Предлоги. Привет, Бода. А что ты делаешь? Буквы пилю. Они слиплись. Вон только две нормальные остались. Кажется, я знаю, что это такое. Бода, это предлоги. Не знаю, что они там предлагают, а я предлагаю перекусить. С утра тружусь, надо подкрепиться. Предлоги ничего не предлагают. Они ставятся между словами. Например, между Бода и бутербродом. Не надо ничего между мной и бутербродом ставить. Бода, без предлога ничего не получится. Ладно, вот отличный предлог, чтобы съесть бутерброд. Бода в бутерброде. Хм, неплохой домик, оригинальный коврик. А потолок кто продырявил? Морфики, вы зачем потолок прогрызли? Предлог «в» означает, что один предмет находится внутри другого. Бода, ты в бутерброде. Что? Ставьте другой предлог. Ой. И что такое? Теперь ты под бутербродом и под морфиком. Ой, что-то мне быть под совсем не нравится. Давайте вот этот предлог попробуем. Это предлог над. Хороший я предлог над выковырял. Все, пора перекусить. Дети, вы меня голодом заморить решили. Ставьте вон тот предлог. Ой, где я? Бода, ты за бутербродом. Или мы за бутербродом, если с твоей стороны смотреть. Раз вы такие умные, и за бутерброд от меня спрятались. Сами предлог и выбирайте. Предлог «перед» поможет Бода показаться из-за бутерброда. Но он опять его не съест и останется голодным. Предлог «вокруг» не подходит без бутерброда. Не съесть бутерброда. А предлог «с» нам подойдет. Бода с бутербродом. Бода снова с вами и будет учить вас есть бутерброды с предлогами, то есть с сыром. Чтобы Бода наелся, бутерброд должен оказаться в меня. Во мне! В Бода! Дети, предлоги очень важны. Без них даже поесть трудно. Запомнили? Да, Бода, мы запомнили. А если вы забыли, что предлог означает, просто уберите его. Пока, дети. Пока, Бода бутерброда. Буква Ж. Кто? Где? Пожар! Доброе утро, Бода. Морфики нам принесли букву Ж. Расскажи нам про нее. Ишь, разжужжали с утра. Идите на улицу. Бода будет сон досматривать. Эй, ноги! Вы куда? Ой, что это со мной? Бода, ты стал похож на жирафа. Жираф начинается на букву «Ж», которую ты выгнал на улицу. Ой, приснится «Ж» такое. Бода, забери букву с улицы, и она не будет тебе больше сниться. Не придумывайте! Я просто бок неправильный выбрал.
Привет, дети! Привет, Бода! Как меня много! Я теперь всех детей на свете научить смогу! Не ты, а я смогу! Не вы, а я! Нет, я лучше! Нет, я лучше! У тебя даже бороды нет! И у тебя нет! Дети! Кто мы? Бода, ты желуди! Они тоже начинаются на букву «Ж», которую ты одну в собачьей будке оставил. Раз Бода, один Бода, единственный Бода, уникальный Бода, неповторимый Бода. Как хорошо быть одним единственным. А букве «Ж» там грустно одной. Забери ее, и тебе не будут сниться плохие сны. А эта жужжалка тут ни при чем. Просто спать надо не на боку, а на голове. Тогда все плохие сны будут высыпаться. Все. Какой я ловкий. А вы говорите, сны плохие. Морфы, снимайте меня скорее. Вот, на телефон. Эй, телефон, хватит летать. Как перестать крутить-то? Друг, помоги, пожалуйста. Ой, не хочу быть больше вертельщиком-крутильщиком. Слон, слон, не подходи. Дети, скорее пишите слово. Бода, ты стал жонглером. Жонглер тоже начинается на букву «Ж». Обещаешь букву домой забрать? Обещаю! Дети, сегодня я расскажу вам про букву «Ж». На нее начинается много чудесных слов. Жизнерадостный, животрепещущий, живописный и жутко красивый. А теперь задание. Выберите тихие слова на букву «Ж», которые не мешают спать. Жаба не подходит, она громко квакает. Жук жужжит, а желе не издает никаких звуков. Бода, мы нашли правильный ответ! Бода? Ой, Бода спит. Не будем его будить. Да поспишь тут. Тишина, как в библиотеке. Пожужжите, что ли? Буква «М». Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я покажу вам букву «М». Это самая лучшая буква. Она нужна, чтобы не делать ничего, что не хочется. Ух ты! Бода, а как это? Сейчас покажу. Вот придумайте, что вам не нравится, и попросите меня это сделать. Бода, надень, пожалуйста, носки. Нет! О, видели? Поняли, какая отличная буква? С нее начинается слово «нет». Точно. А еще слова «не» и «ни». Давайте еще раз. Попросите меня что-нибудь сделать. Бода, высморкай, пожалуйста, нос. Ни за что! Не буду! Давайте еще. Бода, помой, пожалуйста, ноги. Не стану! Еще! Давайте еще! Может, лучше во что-нибудь другое поиграем? Точно! Давайте в нарды! Они тоже на букву «Н». 3 и 1 получается 4. Я делаю ход. Не хочу играть в нарды! Если Бода не хочет играть в нарды, давайте тогда нырять. Нет, нет, нет. Не хочу, не буду, не стану никогда ни разу, ни за что. Что-то мне не нравится такая игра. И Морфиком тоже. Если Бода с нами играть не хочет, мы можем сами с Морфиками поиграть. Ну, играйте сами, а я не хочу. И не буду. Вот так. Мы будем вместе клеить наклейки.
носорог на букву «Н». Давайте позвоним носорогу. Видал? Это же я им букву «Н» показал. А они теперь без меня же в нее же и играют. Носорог! Спасайся, кто с бородой! Нет, нет, нельзя. Носорог, не трогай Бода. Еле спасся. Ах вы так? Ну, я так вообще не играю. Так, дети и морфики. Никаких больше «не» и «ни». Одно расстройство одни. Бода, слова «нет» и «не» очень важны. Но не нужно их произносить просто из вредности. Так я и говорю, дети. Никакой вредности больше. Только одна сплошная польза. А теперь давайте запускать воздушного змея. Да, Бода, давай. Ой, только воздушный змей с других букв начинается. Не с буквы «Н». А мы куда его запускаем? В небо. Вот вам и буква «Н». Ой, весь день твержу про букву «Н», а они ее у себя под носом не замечают.